Здравствуйте. Сегодня у нас 9 января. Прошло ровно 6 месяцев, как я стал счастливым обладателем танка. За эти 6 месяцев пробег составил 22 тысячи километров. Автомобиль покупался для того, чтобы выезжать за город, в горы. Мы живем на Северном Кавказе. У нас здесь много интересных маршрутов по ущельям, перевалам, вершинам гор. Поэтому оффроуд в нашем понимании – это не загнать машину куда-то в грязь и выезжать из нее, а добраться из пункта А в пункт Б и обратно. По бездорожью суммарно за эти 6 месяцев мы прошли где-то около 6 тысяч километров. Ну и сегодня я вам расскажу о тех нюансах, которые в процессе эксплуатации возникают. В целом, машина, я очень доволен. Танк 300, он универсален. Он подходит для езды в городе, и по трассе, и по бездорожью. Резину я поставил сюда побольше размером, чем в стандарте. У меня стоит Кумха 285 на 70 на 17 МТ. И несмотря на то, что резина МТ-шная, по трассе 150-160 идет спокойно, без лишних шумов. Чего мне здесь не хватает, так это, конечно, клиренса. Нужно будет делать лифт подвески. Если бы не 3-миллиметровая стальная защита днища, то процесс эксплуатации был бы печальный. Несколько раз ударялся об камни, днище все поцарапанное, но защита выдерживает. Единственное, нужно, конечно, ставить защиту на рычаги. Вот такие последствия движения по камушкам. Сигнал GPS потерян. Бампер. Что касается бампера. Когда перед тем, как покупать машину, я там на одном рекламном ролике видел, говорили, что бампер выдерживает удар на скорости 15 км в час, ему ничего не будет. В итоге пластик здесь жидковатый, все вот эти пластиковые накладки у меня отлетели. После того, как я въехал в лужу, покрытую корочкой льда, и об лед побились все эти пластиковые накладочки, ну и бампер, в принципе, тоже весь рассыпался. Пока временно я поставил вот эту дугу, но сейчас жду, когда выйдет рифовский силовой бампер, буду ставить сюда рифовский силовой бампер. Подножки. Подножки вот у меня с виду тоже такие помятые, но на самом деле подножки здесь очень крепкие. Подмялся это только пластик сверху, а под пластиком подножки металлические, и они выдерживают довольно приличные нагрузки. Даже был случай, когда мы ехали тремя машинами на вершину горы. Две машины вышли из строя по дороге, и поскольку нам нужно было подняться, 6 человек по бокам стали у меня на подножке, и мы успешно поднялись наверх. Это еще говорит о том, что грузоподъемность у него намного выше заявленной. Поскольку 5 человек было внутри, где-то почти все по 100 килограмм. И еще 500 килограмм эти 6 человек. То есть тонну он везет спокойно, не напрягаясь, даже в гору. Что касается дисков. Диски для машины, предназначенной для оффроуда, подобраны не очень удачно. Они выступают за резину. И вот в моем случае я их уже все поцарапал. Это я ехал по горной реке, по камням. И там в одном месте забуксовал. И один диск у меня полностью поцарапанный. Ну и остальные тоже так покоцанные. Так что диски нужно будет мне менять. Поставлю какие-то другие. Вот здесь тоже у меня подножка повредилась, пластик порвался об камушек. Так, что касается кузова. Капот, фары, решетку я заклеил в пленку. И крылья, по-моему, тоже. А вот сбоку
Решил пленку не клеить, потому как ее можно ободрать об ветки. И бока мне покрыли керамикой. И это было удачное решение, потому как ветки проезжали. Но, как вы видите, царапин не наблюдается на автомобиле. Так что, в принципе, керамику рекомендую. Запаску тоже поставил полноразмерную. Говорят, что дверь проседает, но у меня пока нормально, еще не просела. Здесь, в принципе, все необходимое. Лебедка переносная, насос, инструменты и динамический трос. А, еще у меня тут даже зонтик есть на случай дождя. Что касается интерьера машины, здесь мне все нравится. Все минусы описаны в многочисленных обзорах. Это прежде всего отсутствие памяти сидений, отсутствие нормальных подстаканников. И что самое неудобное для меня, отсутствие подочечника. Поскольку мы в солнечном регионе живем, очки постоянно нужны. Я их вожу вот так. Приходится их вставлять в вентиляционное отверстие. Радует обилие различных электронных помощников. Очень помогает то, что показывает давление в шинах. Вот так взмахом руки переводишь в это положение и смотришь давление в шинах. У меня здесь немножечко поменьше, 1,8, 1,7, потому как резина жесткая. И тем, что я уменьшил давление, добился большей плавности хода. Также очень хорошая функция – это прозрачный капот. Вот так оно включается. И, глядя на экран, можно в горах подъехать к самому краю пропасти. Мы любим это делать, чтобы сделать красивые снимки. Также можно камушки объехать, ямки. И когда буксуешь, видно, в какую сторону повернуты колеса. Ну и хорошие функции – это внедорожный круиз-контроль, танковый разворот радует на серпантинах, на горных, когда не вписываешься в поворот, включаешь его и проезжаешь. Ну и, конечно же, блокировки колес передние и задние. А здесь я поставил дополнительный кармашек для рации, потому как они болтались, некуда их было приспособить. И вот здесь кармашек поставил, и рация у меня в кармашке лежит. Так что, друзья, если вы ведете активный образ жизни, то эта машина для вас. Я считаю, что это пока лучший вариант из того, что представлено на нашем российском рынке. Я очень доволен. И это не реклама. Это не реклама. Ну и сейчас пойду сделаю для вас короткую нарезочку из наших путешествий. Посмотрите, как мы катаемся. Приезжайте, покажем, расскажем, прокатим. Дорожка, конечно, супер. Видишь, дух захватывает. Уже 2900, доехали до снега.
Да. Стой. Вперед давай. Чуть-чуть. Стоп. Теперь будь справа. Преодолели, бля. Вообще у нас полпереда нету. Полпереда потеряли, бля. Ну ни хрен на себя ты, бля, вот поехал. Да уж, да уж. Вот в этой луже мы поработали ледоколом. Лед оказался довольно толстый. 2-3 сантиметра. До свидания, бампер. Разум наполнен этой свободой, этим покоем.
Это видосик. Даже как-то страшновато на мою сторону выходить.